Степочка, на! На! На, мамочка! Люся, не лезь! Люся! Манечка, на, крылышко! На, моя кошечка! Смотрите. И утащил! И потащил! Мой мальчик красивый, да! Как мы любим вареную курочку, скажи, кто бы знал сырую, пока не даем Степа. Степа, сейчас она стащит, Степа. Степа, это... береги курицу, береги. У нее же длинные руки. Сними. Она всех Маню, достанет. Маня, скажи, я не забираю, я ж не Люся, Маня. Ой, ты... Что, утащила? Люся, молодец. Степа, молодец, не отдал? Молодец. Он знает. Катя, я и сам очень люблю. Люся, оставь коврик для фитнеса. Оставь, прожуй и оставь коврик для фитнеса. Иди сюда, иди ко мне. Да. Угу, угу. Люся, иди ко мне. Скажу, у тебя есть мясо, папа? Да, есть. Пошли. Тогда я пойду к тебе. Тогда пойду. Там он надо все, позабирать пошли. Мясо. Пока они спят. Ой, кто пока спят? Едят. Пока едят и молчат. Нет, ты мясо остатки. Нет. О. Держи, Степа, держи. Ой, ой, полетели, все. Улетела Мани. О, я нашел еще чуть-чуть. Им уже пол курицы варить, а не лапку и крылышко. Ой, же ж мясоеды. Так, Люся. Люся сейчас все пособирает, все поотбирает, все пособирает. Так, вот только косточку надо забрать. Манечка, ой, ой. Люся все вытащила все-таки. Даже не сомневалась. Ну, Степа уже съел, поэтому то, что уже остаточки отобрала. Маня такая в середину. Думаю, тут у меня никакая Люська не отберет. Да? Маня. Укусненько моя девочка. Ой, Люся, слезь с моей головы. Мой мальчик. Мой зайчик, мой аристократ. Все подобрал, да. Мяско, курочка. Завтра пол курочки надо сварить. Люся. Люся. Степа, прячь курицу. Если она у тебя осталась.